Следственным отделом ОМВД по городу Хасавюрт принято решение выставлять наряды перед школой, потому что данные участки очень интенсивное движение, и есть случаи, когда дети выбегают на дорогу, и водители, в том числе, нарушая все правила дорожного движения, на скоростях обгоняя, выезжают и, конечно, создают опасность. И, в принципе, это все делается для того, чтобы обезопасить детей, которые переходят дорогу. Дети, многие младшие классы, они не осознают опасность этих дорог и переходят, не убедившись, что машина остановилась, и выбегают непосредственно перед машиной. А хотелось бы также обратиться к водителям, которые проезжают вблизи образовательных детских учреждений, чтобы они как-то снизили скорость и пропускали пешеходов на пешеходном переходе. Я заместитель директора по безопасности в 4-м школе. Всегда рано утром встаю, 7 часов начинаю до 8 здесь по безопасности вот этих детей. У меня огромная просьба водителям, чтобы они эти места, есть здесь знак, есть эти, чтобы они хотя бы не было такой скорости, не ездили здесь.